Никогда не знаешь, кого и почему выберет наше сердце, но этой парой изначально была общая – любовь к спорту. Альбина – мастер спорта по плаванию и триатлону, чемпионка страны, обладатель золотых наград национального первенства только по маунтинбайку и Тимофей. А познакомились они не на спортивной площадке. Познакомились на дороге в городе у нас, в пробке. Это рано утром было, я ехал на тренировку и просто, Увидел красивую машину. Да, увидел красивую машину, красивая девушка сидит. На машине был написан номер сотового. Тимофей в этот же день Альбине позвонил. Встретились, познакомились, подружились. 14 февраля этого года Тимофей предложил своей избраннице руку и сердце. Я этого ждала. Это было 14 февраля, то есть День всех влюбленных. Это было этого года. Мы пошли в одно из наших любимых мест, ресторан. И там Тимофей мне подарил кольцо и сделал предложение. Тимофей и Альбина не стали изобретать велосипед и поженились у себя дома в Ижевске в кругу близких и друзей. Поздравили их и коллеги по цеху, пловцы и маунтинбайкеры. Все они уверены, после этого знаменательного события Тимофей проведет свой лучший в карьере сезон. Альбина будет его музой. Это вдохновение, мотивация. Это наоборот только плюс, наоборот только лучше. Главный старт – это чемпионат Европы, чемпионат России, Кубки мира и чемпионат мира в сентябре месяце. Задача – отобраться. Не только отобраться и достойно выступить. Результат чемпионата мира я планирую в десятке. Что Тимофей справится со своей задачей, Альбина не сомневается. Говорит, характер у него чемпионский. Справится, читая Ивановых, и семейным бытом. И отпразднует через 75 лет бриллиантовую свадьбу.